Всем привет! Все меньше и меньше времени остается до того момента, как в мировой прокат выйдет новая третья часть франшизы «Фантастические твари» под названием «Секреты Дамблдора». И знаете, у меня при этом лично все меньше и меньше сомнений остается в том, что Warner Bros. Окончательно сдали назад в своей конфронтации с Джоан Роулинг. Видимо, студия поняла, что, конечно, красиво выступить или сделать вид, мол, они великие борцы за свободу — это одно, а отказаться от продолжения многомиллиардного бизнеса в виде магической вселенной, созданной Джоан Роулинг, совершенно другое. Так что сегодня вы узнаете о том, как Джоан официально победила всех хейтеров, в том числе и из ВБ, как один из главных актеров «Фантастических тварей» наломал дров и попал в опалу, каковы первые отзывы о третьей части данной франшизы, а также имеет ли отношение к триумфальному камбэку Джоан Роулинг и, так сказать, внешние факторы. Это стоит досмотреть до конца. Итак, «Секреты Дамблдора», как вы, наверное, уже знаете, выходят в мировой прокат довольно скоро, а именно 14 апреля. При этом Великобритания получила фору перед всем миром, так что в этой стране кино выйдет на неделю ранее, и, следовательно, уже в этот вторник в Лондоне прошел торжественный премьерный показ фильма с кучей прессы, красной ковровой дорожкой и другими ништяками. Но главное, на что, конечно же, обратили внимание во всем мире, был тот факт, что после почти двухлетней опалы вдруг на торжестве, организованном компанией Warner Bros., появилась и лично Джоан Роулинг, писательница, которую гнобят еще с лета 2020 года, когда ряд высказываний Роулинг привел к настоящей буре против нее. Уверен, вы все это уже и так знаете, повторять сейчас смысла не вижу. Но что самое главное, ко всеобщему, а как показали будущие события, не столько всеобщему, сколько очень хорошо организованному недовольству против писательницы, присоединилась и компания Warner Bros., которая на протяжении многих лет поддерживала крайне тесные отношения с Джоан, заработала миллиарды на ее волшебной вселенной и построила на ее основе целый крупнейший бренд. Казалось бы, на такие взаимоотношения сложно повлиять, но большие боссы из ВБ тут удивили всех, продемонстрировав очень быстрое переобувание. Так что компания никак не реагировала на постоянные выпады каста Поттерианы против Джоан, сами Ворнеры при этом также поспешили осудить пусть и довольно сдержанно писательницу. Ну и на протяжении этих полутора лет было совершенно четко видно, что компания старается максимально дистанцироваться от попавшей в немилость создательницы Гарри Поттера. Апогеем этого стал тот факт, что на воссоединении каста Поттерианы 20 лет спустя, которое с таким пафосом отсняли и продвигали ВБ, женщина, создавшая всю эту вселенную, попросту не была приглашена. И вообще игнор Роулинг был просто налицо. Когда в отличие от всех участников, что касается писательницы, были попросту взяты старые кадры из ее интервью еще 2019 года. Как мне кажется, именно этот факт стал последней каплей, когда возмущаться стали уже широкие массы, и ситуация начала в корне меняться. Сперва появилось заявление самих ВБ, мол, отношения компании и Джоан Роулинг насчитывают уже много-много лет, и на данное время они крепки как никогда. Такой пассаж удивил меня лично, но при этом дал надежду, что, вероятно, стоит ждать скорых перемен. И знаете, перемены в самом деле последовали, потому что далее Ворнеры удивили новым заявлением, сказав, мол, они вообще-то звали Джоан Роулинг на воссоединение, но писательница и ее команда решили, что им это не нужно, так что Джоан просто отказалась. Как бы с одной стороны, возможно, вероятно, Джоан не очень хотелось видеть, например, главную тройку актеров, которая в числе первых ринулась ее осуждать, но при этом все-таки как-то очень это смотрелось странно и давало возможность судить о дальнейшем переобувании ВБ. Ну и на этом все не остановилось, потому что около двух недель назад вдруг выяснилось, что Дэниел Рэдклифф, которому Ворнеры уже давно предлагают вернуться к его самой главной и значимой роли, и который, что интереснее, по сути, уже дал на это добро, вдруг резко сдал назад, сказав, что в ближайших пару десятков лет он не намерен вновь возвращаться к волшебной франшизе. Честно говоря, все это было крайне неожиданно и странно, а причина такой резкой перемены мне лично видится в простом событии. Просто Дэниел Рэдклифф еще ранее был известен своей позицией, мол, он не против вернуться опять, но при одном условии: Джоан Роулинг не должна участвовать в будущих проектах по вселенной Поттера, где будет присутствовать актер. Довольно высокомерное и даже подлое заявление для того, кто некогда называл писательницу мамой и кто без нее не имел бы ничего из того, что имеет сейчас. Но давайте не будем в данный момент обсуждать нравственную сторону вопроса, а поговорим с чисто прагматичной стороны. Как бы дрейфование ВБ в последние месяцы в сторону Джоан Роулинг было сложно не заметить, при этом позиция Рэдклиффа также была довольно-таки четкой и однозначной: или я, или она. Следовательно, студия сделала свой выбор, и выбор этот явно оказался в пользу Джоан. Что в целом и неудивительно, ну потому что без писательницы даже с чисто юридической
юридической точки зрения продолжать развивать магическую франшизу невозможно. И вот мы плавно подошли к тому, что произошло на днях. Я имею в виду красную дорожку, премьеру «Секретов Дамблдора» и появление Роулинг на мероприятии. Понятно, что еще пару месяцев назад представить подобное было довольно сложно, а вот теперь это явный сигнал того, что Warner Brothers уже официально и открыто признали свое поражение и сдали назад. Так что тут Джоан Роулинг можно поздравить, хотя, кстати, мне тут попадалась и одна конспирологическая теория о том, почему отношение к писательнице так резко поменялось. Я, честно говоря, не знаю, откуда она пошла, но сейчас ее довольно активно растащили, особенно по СНГшным пабликам. Так вот, теория заключается в том, что недавно Путин в очередном своем, каком уж не знаю по счету обращении, начал жаловаться, что якобы Европа и США проводят в отношении РФ культуру отмены, то же самое, что было в отношении писательницы Джоан Роулинг. Это не прямая цитата, но суть та же. Не знаю, кто писал Путину такую речь, но, честно говоря, сравнение как минимум неудачное, а так по сути и просто несуразное. Ну и Джоан, конечно, ответила на упоминание себя, сказав, что критиковать западную культуру отмены – это не лучшее решение для тех, кто убивает мирных людей и травит своих оппонентов. Так вот, мне попадались версии, причем уже где-то не раз, мол, именно за такую вот позицию писательницы западное общество, ну типа, сняло с нее анафему, что ли. Я, конечно, не сильно в это верю, но сам факт стоит того, чтобы о нем упомянуть, как минимум, потому что события довольно близко сошлись во времени. Если же вернуться к премьере «Фантастических тварей», то вместе с неожиданным появлением на ковровой дорожке Джоан Роулинг, кое-кто на мероприятии также неожиданно отсутствовал. А был это никто иной, как Эзра Миллер, исполнитель одной из главных ролей всей франшизы. И актер уже давно известный своими выходками. Так еще в 2020-м Миллер в Исландии влип в пренеприятнейшую историю, когда он в одном из баров накинулся на поклонницу, после этого было много шуму, призывы бойкотировать актера, Warner обещали расследование, в итоге же Миллера не выгнали ни из франшизы «Твари», ни из киновселенной DC, и вот он опять упорол очередной косяк. Дело в том, что в прошлые выходные на Гавайях актер снова учудил дебош, давайте я вот прям зачитаю вам сводку. В воскресенье 27 марта в 23:30 сотрудники патрульно-постовой службы Южного Хилла отреагировали на сообщение о хулиганстве в баре на улице Сильва. В ходе расследования полиция установила, что мужчина, позже идентифицированный как Эзра Миллер, заволновался, когда посетители бара начали петь караоке. Миллер начал выкрикивать непристойности и в какой-то момент схватил микрофон у 23-летней женщины, поющей караоке, что было трактовано как хулиганство, а затем напал на 32-летнего мужчину, играющего в дартс. Это уже прям преступление. Владелец бара несколько раз просил Миллера успокоиться, но безрезультатно, после чего приехали копы, задержали дебошира, а позже, правда, отпустили под залог аж в 500 баксов. Конечно, невероятная прям сумма. Тем не менее, на премьере «Секретов Дамблдора» Эзры не было, и, честно говоря, мне кажется, что такими темпами он скоро может повторить судьбу Шайа Лабафа, очень талантливого актера, который из-за своего сумасбродного характера практически поставил крест на собственной карьере. Так что уж не знаю, будут ли Warner Brothers как-то реагировать на все новые и новые выходки Миллера, но, скажем, по правде тут просматриваются явные двойные стандарты, ну потому что, например, того же Джонни Деппа выдворили из третьей части «Фантастических тварей», заменив на Матса Миккельсона, он, кстати, тоже был на торжестве. Так вот, заменили Деппа вообще по сути ни за что, когда еще ничего не доказано в отношении него и все может развернуться на 180 градусов. Тогда как касательно Эзры, у него косяк на косяке, причем реально заметные перегибы, и тут киноворотилы как воды в рот набрали. Вот такие двойные стандарты. Ну и наконец, что касается самих «Фантастических тварей». Неугомонные критики уже, конечно же, посмотрели новинку и спешат поделиться с нами своими впечатлениями. И хотя да, все мы понимаем, что прям сильно слово в слово верить им нет особого смысла, ну как минимум, потому что никто не будет спешить ругать ту или иную новинку, на которую его пригласили, ведь в будущем подобного рода инсайдов может больше и не поступить. Так что касательно инсайдеров, они скорее склонны переоценивать, чем недооценивать тот или иной фильм. И все же давайте хотя бы постараемся составить свое мнение по некоторым отзывам тех, кто уже видел «Секреты Дамблдора». Итак, «Фантастические твари. Секреты Дамблдора» — это улучшение сиквела, даже если оно лишь на мгновение возвращает магию. Матс Миккельсен — это огромный апгрейд, но самым ценным игроком стала Джессика Уильямс Лалли. Само же кино просто перегружено, и сложно сказать, что это — фильм о зверях или фильм о Гарри Поттере. Следующий отзыв: «Секреты Дамблдора» — это волшебный зверинец, посвященный фильмам о Поттере, который может похвастаться новым набором чудесных существ и мифов. «Фантастические твари 3» исправляют самые большие сомнения фанатов во второй части, предлагая ответы, новаторские моменты и эпичные битвы в этом любовном письме неудачникам. И, наконец, отзыв номер 3. После просмотра во второй раз сегодня вечером «Фантастические твари. Секреты Дамблдора» — это очень приятный фильм, который, я уверен, что захочется
хочу пересмотреть еще несколько раз. А навязчивые поклонники Гарри Поттера найдут в этом фильме больше вопросов, чем ответов. Ну и другие в том же духе, не хочу вас переутомлять. Итого получается, что в целом, возможно, третий фильм кому-то может показаться чем-то лучшим, но даже со стороны явно не до конца объективных критиков, мы не слышим прям привычных восторгов и уверений в том, что это вообще лучшее, что когда-либо выходило под эгидой Гарри Поттера. Так что не буду забегать вперед, но кажется, что на третьем фильме франшиза фантастических тварей все-таки будет окончена раз и навсегда, и ни о каких четвертой и пятых частях речи не идет. Может, кого-то это огорчит, так как по мне все как раз таки вполне логично, и провал одной саги, возможно, положит начало чему-то более новому и перспективному. Так что на сегодня это все, пишите все свои мысли в комментариях, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. Желаю всем удачи и мирного неба, скоро увидимся.